Поселок Медногорский, Бардина 6. Валентина Житких вместе с другими жильцами этого дома внимательно следит за ходом работ, словно не веря, что их двор скоро действительно преобразится. В этом году у женщины своеобразный юбилей. 35 лет, как она тут живет. И, по ее словам, это первые серьезные работы в их дворе на ее памяти. Ну, этот ремонт, вот дождались мы, сколько лет ждали. Идет по плану. Спасибо нашему мэру, спасибо архитектору. Они помогают нам. Мы очень рады, очень рады. В этом году, если сделают нам ремонт, 35-летие будем отмечать. А отмечать будет что? По проекту здесь уложат асфальт, расширят проезд, добавят парковочные места, установят урны и скамейки. Пока двор выглядит непрезентабельно, но это понятно, ремонт в самом разгаре. Рабочие сняли старый асфальт, сделали отсыпку, расширили проезжую часть и теперь ставят бордюры. Сегодня поставим бордюры, вот натянут у нас, все поставим. Потом перейдем, вот здесь стоянку будем делать. Здесь детская площадка будет, там будем делать клумбу, доделывать. Срок мы успеем, людей хватает. Так все материально, все нормально у нас. Этот закончим дом, потом перейдем на другой дом. Ну, думаю, постараемся побыстрее. Еще одна хорошая новость. В доме наконец-то поменяли канализационную систему, на которую люди жаловались прошлые годы. Прежде чем ложить асфальт, были поменены трубы. Работа проводится вместе с Урупским водоканалом. Поменены трубы 70 метров. Вот. Ну... Работы продолжаются. Также в каждом дворе, чтобы положить асфальт или сделать какое-то благоустройство, сначала нужно поменять коммуникации, что мы и делаем. Все работы ведутся в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды, в которой поселок активно участвует. За 4 года в Медногорском благоустроили 21 двор из 59, попавших в план. Остальные в порядке очереди. Арнас Чуков, Роман Нагаев, Архиз 24.